конкурс, и дети читают стихи. Лешко Наталья, 9 лет, детский центр «Потомучка», город Хабаровск. Александр Александрович Блок, «Цветельный лесок». Рисунок, стал писать свечку, палки привязав. Привет, ангел, невелик, привет, лесом, светлый лик. В снежно-белой тишине от сосны порханет к сосне, тронет свечку и сучок. Треснет, вспыхнет огонек, округлится, задрожит, как по нитке побежит. Там и сям, и тут, и здесь. Зимний лес сияет весь, так легко, как снежный пух, Рождество крылатый дух озаряет небеса, сводит праздник на леса. Чтоб от неба до земли цветы встретиться могли, чтоб между небом и землей скрылся луч иной, чтоб от света малых свеч длинный луч, острый меч, сердце светом пронизал, путь не ложный указал.